Александр Васильевич Масияди, председатель местной национально-культурной автономии муниципального образования Крымский район. 19 мая. День памяти жертв понтийского народа. Каждый из нас понимает значимость этого события. И мы, греки Крымского района, делаем все для того, чтобы наши дети, наши внуки не забывали того, что произошло более 100 лет назад на территории Османской империи. У каждого из нас есть своя история. Моя бабушка, прабабушка, рассказывала много о тех значимых событиях, но в силу своего возраста я не до конца тогда понимал значимости. Но когда возглавил общество, когда пришло время осознания всего, что происходило, я понял, что это именно то, что нас, всех греков России, должно объединить, как объединило это 100 лет назад весь понтийский народ. С тех самых пор, когда я услышал слово «геноцид», я начал интересоваться историей, и узнав о тех страшных событиях, у меня в сердце внутри что-то оборвалось. Ведь не сохранилось ни хроники, ни фотографий, по большому счету. Только из рассказов своих предков понимаешь, какие страшные события были в тот период времени. И представляя те страшные картины, точно так же обрывается в сердце. Как твоя прабабушка бежит с двумя детьми, убегая от турок османов, и в этот момент ты понимаешь, что только ради этого, ради памяти о ней нужно жить и нужно делать все, что в твоих силах.